максимум решимости и настрой только на победу. Сегодня участники 7-го национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills встретились с представителями правительства области. 9 финалистов, ставшие лучшими на региональном этапе, уже 20 мая будут представлять наш регион на всероссийском конкурсе, который пройдет в Казани. Электроника, флористика, издательское дело и работа с детьми. Каждый уверен в своей победе, как и в выборе будущей профессии. Всегда хотелось внести какой-то вклад в будущее, развитие нашей страны. Я подумала, что такая профессия, как воспитатель, она очень многое может дать мне в плане моей самореализации. Вот именно воспитание. Дети – это же наше будущее. И закладывая фундамент, вот основу, начиная учить их с самого маленького возраста, мы вносим вклад в будущее и развитие нашей страны. Я участвую в чемпионате для того, чтобы мне дальше было проще учиться. То есть собрать сейчас здесь все знания, не то, что мне дают в колледже, а прям все-все-все-все-все подцепить и поступать в высшее заведение учебное для того, чтобы получать высшее образование и работать уже по своей специальности. Победители финала национального этапа конкурса войдут в расширенный состав сборной страны, которая поедет на международный чемпионат WorldSkills. Однако уже сейчас известно, что 7 человек из Ярославской области будут представлять Россию на мировой арене. И это не считая финалистов этого года. Вы знаете, вот Ярославская область очень активно участвует, представляет уважаемых коллег, уже молодых профессионалов на таких чемпионатах. И вы знаете, в прошлом году ваши сверстники тоже очень достойно представили Ярославскую область, привезли соответствующие медали по совершенно разным направлениям компетенций. Мы, уважаемые коллеги, вас очень верим, надеемся, будем ждать новостей.